Солнышко, я уже проснулась. Ой, а где же моя мама? Похоже, ее нет на кухне. Что же делать? Я такая голодная. Кто меня покормит? О, я сама себя покормлю. Тут есть вкусные овощи. Сейчас я их приготовлю. Возьмем все овощи и засунем их в микроволновку. Ну вот, сейчас мой завтрак будет готов. Но пока мой завтрак готовится, я поиграю с миксером. Ой, какой-то странный запах. Что случилось с моим завтраком? Ну-ка, сейчас посмотрим. Ой, что это за черные пятнышки? Похоже, мои овощи испортились. Они слишком долго были в микроволновке. Такое я не буду кушать. Оно невкусное. Но что же тогда делать? Что я буду кушать на завтрак? О, придумала. Вот две баночки с детским пюре. Сейчас я их приготовлю в микроволновке. Ну вот, сейчас нажму на кнопочку, и через несколько минут мой завтрак будет готов. Бэби Аннабель, где ты? Я не могу тебя найти. Ах, вот ты где! Ты уже на кухне? Да, мамочка, я очень проголодалась, поэтому я решила сегодня сама себе приготовить завтрак. Что? Сама приготовить завтрак? Ой, а это что такое? Почему эти овощи черные? Прости, первый раз у меня ничего не получилось, и овощи немножко испортились. Зато сейчас у меня все обязательно получится. Смотри, нужно только нажать на кнопочку. Бэби Аннабель, стой, ни в коем случае не нажимай. Разве ты не знаешь, что в микроволновку нельзя ставить банки с железными крышками? Ой, почему? Потому что микроволновка навсегда испортится. Правда? Ой, а я этого не знала. Вот видишь, а все потому, что ты решила сама поиграть на кухне. Хотя здесь таким маленьким малышам совсем не место. Видишь, что получилось с твоими овощами? Кухня – это не детская комната. Здесь нельзя играть. А как же завтрак? Если ты голодная, обязательно скажи маме. Я сама об этом позабочусь. Давай я тебя сейчас покормлю. Какое пюре ты хочешь кушать сегодня? Морковное или пюре из чернослива? Я выбираю морковное пюре. Оно мое самое любимое. Хорошо, Бэби Аннабель. Тогда достанем наше морковное пюре и откроем баночку. Чтобы разогреть детское пюре в микроволновке, нужно обязательно убрать железную крышку. Вот так. Теперь поставим наше пюре в печку, закроем дверцу и нажмем на кнопочку. Вот так. Уже готово? Да, твой завтрак разогрелся. Давай-ка пробовать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Какая вкуснятина! Молодец, Бэби Аннабель. Кушай, кушай. И обещай мне, что больше никогда не будешь играть на кухне. Обещаю! Вот так сегодня моя малышка Бэби Аннабель решила поиграть на кухне и сама себе приготовить завтрак. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие видео с куклами и пупсиками. Пока!